Игровая очень сложная, даже можно сказать равная. И то, что один момент какой был, первый тайм против, второй тайм, точнее против ветра играли, и они нас прижали, но мы выстояли и забили на контратаке. А подготавливались целую неделю, смотрели игры их. Нам Муслим дал установку их прессинговать, чтобы они выносили мяч, и сработало все. На всей моей памяти ты играл в нападении. Как ты себя раскрыл, или тренер тебя раскрыл в центральную защиту? Честно говоря, это, по-моему, лучшая позиция твоя. Меня Рашид Сабекович тренировал. Рашид Сабекович всю жизнь тренировал на защите. Я играл как на большом поле, а 11 на 11 в опорной зоне и в защите справа, в центре. И он меня решил поставить нападение на ЛФЛ, потому что проявлялся на товарищеских играх где-то. А что-то в играх не получалось собраться как-то психологически, не мог настроиться и проваливался. В защите уже спокойно себя чувствую, как дома. Я считаю, что мы сами проиграли игру. Сириус показал не свою игру, не наш день был сегодня. У нас ничего не получилось ни в атаке, ни в обороне. У нас какой-то спад, что ли, был сегодня. У нас тяжело, эта неделя тяжелая была, мы участвовали на разных турнирах. И тяжело бегали наши ключевые игроки. Это сказалось большую роль. Я не помню, мы как раз последний раз, когда проигрывали на лиге, скорее всего, должны были проиграть хоть разу, да, и, скорее всего, это сказалось. Какой-то спад получается, по-моему. Вот так можно охарактеризовать. Считаешь ли ты, что борьба за золотые медали уже завершена? Нет, я не считаю, потому что сейчас любую команду может выиграть. И здесь очень зрелищный турнир. Все команды равны практически. Я думаю, еще есть впереди такой криминальный сюжет, можно сказать, да?